А что это? Макарончики. 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 Годности. 28.10.16 года. 28.10. Ты на меня смотришь? Нет, это я теперь уже на вас не смотрю. 28.10.16 года. Угу. Что еще? Смотри. Ну-ка. Руки же дубовые, пальцы. Мука, борошна. Оттуда где, Ксюшенька? Ага, вот. 31.10.2016. Да. 31.10.2016. Есть. Мука. Так, дальше пошла. А это что? Макарошки. Тоже, наверное, такой. Да, макароны. 28.10.2016. Есть. Дальше идет горох. Горох. Посади. Посади. Горох не вижу. Два. Где ты увидела? Ну, упаковка. На упаковке. Все вроде мясо. Вот оно. Вот тут. Тоже 10-й месяц. Да. Угу. Ну, 10-й 2016. Угу. Это горошек. Угу. Все пошло. Вот тут у нас дальше идет пшено. Пшено. То есть уже, наверное, заклеено, да? А ну, сзади, сзади. Вот. Ага. А ну, смотри, какой-то. 10-й 2016 год. 20-й 10-й 16. Срок годности 6 месяцев продукта. Ага, срок годности 6 месяцев. Хорошо. Дальше пошли сахар. Какая морока, да? Максима, ну что там? Вот это. О, вот он тоже. 10-й месяц тоже. 10-й 2016. Срок годности 6 месяцев. Нет, 4 года. 4. Да, 4 года. Никогда в жизни не смотрели. Что там у нас еще за... Дальше у нас идет пластик-силь. И все, они давно не привозили пластик-силь, Юля. Это... Так, где у нас тут? Что тут? Вот. Будем пластик-силь кушать. Так. 24-10-2016. А что, жалуется, что угодно? Да? Ну, да. Еще один сахарок. Наверное, тоже что-то. Да, 10-й месяц. Угу. 24-10-2016. 4 года, да? Да. Так, Леночка. Саночка. Масло, Любонька. Так, вот здесь вот это у нас должно быть. Угу. А, вот. Ты уже научилась? Что там? Так, у нас. Что там? Тоже 10-й, по-моему, месяц. А ну, просмотри. 23.10.2016. Годен до 2018 года. Ага. Это мне говорить? Не это надо ничего. Жизнь. Все мы посмотрели. Взял Ксюшенька и паштетик. И паштетик. Паштетик курячий. Угу. Селянский. Так, срок годности у нас на баночке сверху. Ага, на баночке. Значит, сейчас, подожди, с этой стороны, да? 21.10.2016. Угу. Там срок годности. Ну, сейчас смотрим. Что у нас по сроку годности? 24 месяца. 2 года. 2 года. 24 месяца. 2 года записалось.